приходится общаться там со многими европейцами, да, с европейскими журналистами, с американскими журналистами, поскольку они отслеживают, происходит общественная трансформация в Украине, о которой, ну, собственно, ты начал говорить. И у них главный вопрос, они нам задают его, украинцам, вот что делать с Белоруссией, ну, главнее вопрос, что делать с Россией, как воздействовать на общество, возможно ли это? Где они ищут судорожно, скорее, там, выключатель, как, какой тумблер повернуть, чтобы начался процесс трансформации общества. Где? Здесь? Не-не-не, в России и Беларуси. И ты про Казахстан вспоминал тоже. Я же про это и говорю. Мы уже это делаем. Дело в том, что можно как ругаться и биться. Можно говорить, ты самый плохой. Нет, ты самый плохой, ты некрасивый, а ты еще... больше некрасивый, а у тебя вон там, можно говорить, ты классный, но я лучше, ты сильный, я сильнее, ты выглядишь неплохо, я выгляжу еще лучше. Нужно концентрироваться на своих лучших качествах, вот сейчас, вот я говорю, моя среда, да, субкультура, контркультура, рок-н-ролл, музыка. Я говорю, классная, офигенная группа Наив, хороший Ваня Нойз. А Брута лучше, намного круче, сильнее, интереснее. Сумма харизматичности Брута в 1000 раз сильнее суммы харизматичности всех героев русского рок-н-ролла. И вот это уже рождает трансформацию там. То, что происходит сейчас, вот поиск, как на них воздействовать. Во-первых, нужно перестать воздействовать на личности. Нужно бороться не с драконом, по сути, а с драконом, который живет в обществе. То есть нужно бороться не с Путиным, а бороться с... как это называется, путинщина или как, да, которая и делает. Вот Путина-то только и надо, чтобы про него все время говорили. Вот Путин, 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 он, наверное, все это и делает, потому что, ну, я маленький, да, человек, наверное, во дворе играл, его не замечали, там, и на дзюдо ему тренер говорит, так, сейчас будут бороться, Михайлов, иди сюда, там, давай, ты там еще что-то. А ты, Путин, ну я борюсь. Ну подожди ты, Путин. Ну вот, а сейчас все про него говорят. Плохо, хорошо, против него коалиции, все про него говорят, и он счастлив. Про меня опять говорят, и он в этом растет. А нужно бороться с проявлениями вот этого, вот этих каких-то штук, которые происходят в обществе. И бороться-то как раз, показывая, что мы их. Мы хорошие. Вот то, что я про это сказал. Смотри, вопрос же...